На одном из избирательных участков в центре Харькова с утра собирается очередь. Люди пришли отдать свои голоса с надеждой на лучшее будущее. В том, что политическая ситуация в стране сильно изменится, сомневаются. Но говорят, в очередной раз попытаться стоит. Если не проголосовать, это точно ничего не изменит. А надежды пусть будет хоть лучше, чем сейчас. Если не будем голосовать, вообще ничего не изменится, понимаете? Поэтому от того, как мы будем голосовать, будет зависеть наше будущее, наших детей. Пока первые избиратели ждут открытия участков, в комиссиях последнее приготовление. В 8:45 начинается заседание. После регистрации всех представителей избиркома начинают опломбировать урны. Номера 174, 90, 53, 174, 90, 54. После в каждую еще пустую емкость бросают контрольный лист, бланк, наличие которого свидетельствует о том, что все бюллетени можно считать действительными при подсчете голосов. Затем председатель вскрывает сейф, сверяет количество бланков и раздает их членам комиссии. Бюллетени все выданы по списку, по ведомости, все расписались за количество выданных бюллетеней. Также получили списки, веб-камеры проверены, все работает, идет запись, все в порядке. Формальности закончены. Теперь на месте голосования урны расставляют по порядку. Члены комиссии занимают свои места и раскладывают на столах бюллетени в определенном порядке. В одной стопке по партийным спискам, во второй по кандидатам-мажоритарщикам. Голосование начинается ровно в 8. Люди готовы к выборам. Мы спустились сюда вовремя. Уже люди работают. Первые избиратели уже пошли. Юлия Черная, Павел Кубраков, медиагруппа «Объектив».